Сначала мы ставим воду 10,5 литров на 9 килограмм клюквы, допустим, на черную смородину, на 9,5 сахара. Что кроме клюквы, воды и сахара в банках? Ягода и сахар. То есть никакой химии? Нет. Наполнители там? Нет, ни в коем случае. Только ягоды и сахар. Угу. Все это кипятится, потом процеживается через марлю. Жмых в одну сторону, а то, что остается, морс, вот его потом разливают по бутылкам и в холодное место, в холодильник. Угу. Потом получается отличный такой... А это сейчас вы наклеиваете бутылки? Это черная смородина. Наклеиваете, да, этикетки? Да, это черная смородина, от морс. Очень вкусно. Отлично.